понедельник в Рязани прошли памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине со дня окончания Курской битвы. На сегодняшний день в Рязанской области проживает 2331 участник Великой Отечественной войны. Из них 63 человека принимали участие в Курской битве. По своему ожесточению и упорству Курская битва не имела себе равных. Победа на Курской дуге стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Она досталась дорогой ценой. Было убито и ранено около 900 тысяч человек. И было такое впечатление, как это было не 72 года назад, а как будто это было буквально вчера-позавчера. Я запомнил зверства немецких войск, которые они произвели в городе Орел. После торжественных речей была объявлена минута молчания. Затем подразделение ВДВ произвело 5 залпов из боевого оружия в честь павших и живых героев, их жен и матерей, всего советского народа. Когда мы вступали в город Орел, мы шли по мосту через реку Ока. И там по обе стороны моста лежали обнаженные наши девушки и женщины. И вот когда мы, молодые парни, все это увидели, у нас такое возникло желание сражаться, бить этих зверей. Они хотели нас запугать этими страшными натуральными картинами, но они воспитали в нас ненависть и желание драться и разгромить эту гадину фашистскую Германию. Цветы к вечному огню возложили ветераны Великой Отечественной войны, школьники и горожане. Праздник продолжился в концертном зале муниципального культурного центра. Для ветеранов творческие коллективы МКЦ исполнили песни военных лет.